Здравствуйте, мои дорогие чикагцы! Я приветствую вас! И сегодня у нас в гостях замечательный человек, которого вы знаете и любите, Игорь Александрович Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович! Здравствуйте, Юрий! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Игорь Александрович, вот интересное явление сейчас наблюдается в российском политическом поле. Это рост числа зафиксированных, я подчеркиваю это, именно зафиксированных преступлений среди российских чиновников, среди официальных лиц, причем, скажем так, не самых последних. Так, прошу прощения. Так вот, что это такое? Вот мнения разделились. Это либо война кланов, либо это начало путинских чисток а-ля сталинские чистки. Что это такое? Ну, я полагаю, что никаких аналогий со сталинскими чистками быть не может, потому что это совершенно другой режим, принципиально отличающийся режим. Речь идет о том, что в связи с очень резким обрушением, ну не обрушением, а резким сползанием экономики, уменьшается, так сказать, вот этот вот пирог, кормовая база сокращается, и борьба за эту кормовую базу ужесточается. Количество чиновников растет, кормовая база уменьшается, поэтому, в общем, борьба за кусок пирога обостряется. Вот вместо обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму, знаменитая формула Иосифа Виссарионовича, здесь происходит другое. Обострение борьбы за сокращающийся кусок пирога по мере вступания путинизма в свою завершающую фазу. Вот об этом идет речь. То есть идет борьба между не кланами, а просто между отдельными людьми. Да, они действительно объединены, потому что, ну вот когда у полковника ФСБ находит на 2 миллиарда долларов больше под подушкой, чем у полковника МВД, естественно, МВД обидно. Вот. И начинается какие-то, так сказать, какая-то борьба. Это вот ну, борьба за кормушку. Ничего другого здесь нет. Ну, хорошо, но ведь смотрите, они убирают одних, ставят других. Причем ставят точно таких же. Ну вот сегодня я рассказывал про то, как борцом с коррупцией в Волгограде будет какой-то там товарищ, который ранее был судим за кражу. То есть вместо одних воров ставят других воров. Что же меняется? Нет, ну, у вас в вашем рассуждении причина, так сказать, недоумения, причина вопроса, причина удивления, она бывает то, что кто-то в России собирается бороться с коррупцией, кто-то в России преследует интересы государства, страны, граждан, но это совсем не так. Еще раз говорю, речь идет о борьбе за кормовую базу. И поэтому вместо одних воров приходят другие. Это совершенно вот такая нормальная, рутинная практика, просто потому что в отличие там, от сталинизма, от ленинизма, короткий период такой был в нашей стране, там от фашизма и нацизма, путинизм не имеет идеологии. Ну, если не иметь в виду, так сказать, ну, такую вот идеологию амебы, которая действует по принципу, так сказать, маленькое хватай, а от большого убегай. Вот, если это не подразумевать под идеологией, то тогда у путинизма никакой идеологии нет. У него одна единственная идея – это удержаться от власти для того, чтобы воровать. Все. Вот это довольно простая история. Поэтому здесь я абсолютно убежден, и об этом свидетельствуют все наблюдения за российской действительностью, что никаких чисток, никаких попыток там что-то изменить в лучшую сторону в путинизме не наблюдается. Вот здесь надо просто, так сказать, бритву Оккама применять и не умножать сущность. Хорошо, но тогда давайте мы посмотрим на текущую ситуацию немножко с другой стороны. Вот вы не раз говорили, что путинизм – это фашизм без идеологии. Окей, давайте мы зафиксируем, что это нет идеологии. Но может не быть идеологии, но нельзя же доходить до бреда. Вот я сейчас просто приведу три примера вот этого бреда, хотя их можно приводить не три, а 33. Вот вам, пожалуйста, член общественной палаты Павел Пожигайло, он предложил в эфире
телеканал «Царьград» закрыть все театры и запретить английский язык. В Калужской области прошел воздушный крестный ход. Исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов заявляет, что Россия окончательно и бесповоротно вытесняет Соединенные Штаты из интернета. Вот объясните, Игорь Александрович. Для кого предназначена эта дичь? Мы же с вами оба профессионалы, мы прекрасно понимаем, что все вот выступления публичных лиц, они и направлены на целевую аудиторию. Кто целевая аудитория этого дикого бреда? Потому что я, находясь сейчас в Израиле, я беседую с людьми, они пальцем у виска крутят. Они говорят, это что такое? Это что за бред? То есть это направлено не на западную аудиторию, в России то же самое. На кого это направлено? Ответ на этот вопрос очень прост. Скажите, пожалуйста, Пожигайло кто назначил? Ответ. Путин. Назначил Путин. Да. Значит, вот сейчас только что произошла зачистка Совета по правам человека. Вместо, так сказать, вот такого угодливого и увертливого Федотова был назначен совершенно кондовый такой... совершенно мракобесный сталинист Фадеев. Да. Вот Фадеев только что заявил замечательную вещь. Это человек, который руководит в стране защитой прав человека. А вот он заявил о том, что на самом деле Сталин это никакой не кровожадный убийца, а на самом деле это стратег. И сегодня у нас есть свой Сталин, это Путин. То есть это заявил Фадеев, который сейчас назначен для того, чтобы защищать права человека. Ну, с таким же успехом можно было там Ягоду, Ежова назначить по правам человека ответственным, или там судью Криворучка, или там замечательного вот этого полковника Кусюка, который, полковник Беркута, который сбежал из Украины и сейчас мародерствует и избивает людей на улицах Москвы. Ну, вот это примерно из этого же ряда. Вопрос, кто его назначил? Его назначил Путин. Единственное... целевая аудитория у всех этих людей – это Путин, администрация президента. Никакого дела до общественного мнения в России, никакого дела до мнения ваших друзей в Израиле, тем более. Это ваши друзья в Израиле его назначали, Пожигайло этого? Нет, конечно. Значит, нет, нет. Значит, ему плевать на нас с вами, на ваших друзей в Израиле, на... российское общественное мнение, ну, в том мере, в какой можно вообще говорить в России об общественном мнении. Ему на это совершенно наплевать. Ему важно, как это все воспримет, так сказать, довольно узкий круг людей, которые, от которых зависит его благосостояние, благополучие, дальнейшее карьерное продвижение. Пожигал это в прошлом офицер ГРУ. Ну, мы видели этих грушников, значит, Баширов с Петровым, любители Солсберецкого шпиля. Значит, вот мы их видели. Вот это вот такая публика. Это, с одной стороны, деградация спецслужб, безусловно, безусловно. Потому что, ну да, и в советское время далеко не все были штирлицы, и все такие красивые, как артист Тихонов. Вот, но, по крайней мере, так сказать, ну... какой-то, я бы сказал, не уровень там, интеллекта, да, а просто вот какой-то, ну что ли, уровень самодисциплины все-таки был, потому что это вооруженный отряд партии, они встроены были там в партийную систему, и в общем, ну особенно с ума сходить им как-то не всегда позволяли. Да, гнобить, расстреливать, да, но только вот в тех рамках, в которых можно, а иначе их самих расстреливали, а потом, так сказать, тоже чистили. Ну, короче говоря, сухой остаток. Значит, это все востребовано властью. Это фейс-контроль, это прописка. Вот когда глава администрации президента верит в нооскоп, в то, что с помощью определенного прибора можно изменять пространство и время, он предъявляет визитную карточку. Он говорит, ребята, я дебил, я свой. От меня, меня не надо опасаться. Я со справкой. Когда, значит, наш замечательный глава СПЧ говорит, Путин это сегодняшний Сталин, он тоже предъявляет определенную визитную карточку. Ребят, не надо меня опасаться, я свой, я сталинист, я макобес, я не продамся Западу уже совершенно точно. То же самое, когда омбудсмен по правам ребенка
значит, начинает верить в телегонию. Ну, я не буду по приличному радио подробно рассказывать, что такое телегония. Погуглите, посмотрите, кто не знает, это, ну, такой вид мракобесия. Вот, то она тоже предъявляет карточку. Она говорит, ну, я такая вот убогая поповна, значит, матушка телегония, поэтому назначайте меня смело, подпускайте к кормушке, я не буду представлять опасность. Это своего рода пропуск, понимаете? Поэтому на самом деле идиотам сегодня во власти быть выгодно. Главное, своим идиотам. То есть это вот перефразирую знаменитую пословицу, значит, принадлежащую американскому президенту. Значит, да, это идиот, но это наш идиот. Вот примерно так. Минуточку, Игорь Александрович, но правильно ли я тогда понял, что из ваших слов следует один страшный вывод? То есть у нас существует условный царь, вокруг которого когорта шутов. То есть вся государственная машина работает для того, чтобы содержать этот театр? Так что ли, так что ли прикажете вас принимать? Не совсем так. Дело в том, что, да, безусловно, элементы того, о чем я сейчас сказал, присутствуют, но это все выбрасывается в публичное поле. Значит, внутри себя, в своей семье, в обустройстве своей личной жизни эти люди ведут себя вполне рационально. И с точки зрения, вот, понимаете, дело в том, что когда глава нынешней президентской администрации, так сказать, принимает какие-то управленческие решения, то он не пользуется наускоком. Это совершенно очевидно. Значит, да, когда вот, ну, про вот это самого Пожигайло много чего можно рассказать. Он действительно выступает за запрет английского языка изучения в школах. Говорит, что если ты живешь в Тамбове, зачем тебе английский язык? Он заявляет о том, что Достоевский не велел, значит, в театры ходить. При этом требует запретить Достоевского в школе изучать. Ну, в общем, так там много чего намешано. Но в то же время я абсолютно убежден, что это вполне рациональный человек. Это человек, который умеет толкаться локтями, и мыло он не ест, ложку в ухо не засовывает. И так что здесь не надо преувеличивать степень безумия власти. Она безумна, так сказать, если брать какие-то стратегические вещи, да, она работает на разрушение страны, но во всех случаях она работает на воспроизводство империи. Вот что главное. Воспроизводство империи, воспроизводство личной власти Путина. Вот это происходит. В этом плане, да, коллективное безумие существует. Но индивидуально это люди вполне разумные, а идиотизм свой демонстрируют в качестве вот визитной карточки для нас с вами. Чтобы мы там понимали, что да, вот эти вот люди, на них, к ним не надо обращаться, на них не надо рассчитывать, чтобы понимали, что во власти вот это вот полный мрак наверху. Это действительно так. Все сказки, вот сейчас, значит, политологи по поводу там зачистки общественной палаты, по поводу вот всей этой истории с московскими протестами летними и их дальнейшим разгоном, они там построили целую концепцию о борьбе кремлевских башен, о том, что там башня Кириенко борется там с башней, значит, Бастрыкина и так далее, и прочих силовиков. Это все, конечно, полная ерунда. Российская политология – это лженаука, прислужница путинизму. Значит, это известная история. Все это выдумки, никаких башен Кремля не существует. Есть одна вертикаль, есть один путинизм, один Путин, который иногда обращается разными ликами. Нет никакого Кириенко в Кремле. Вот, в Кремле один Путин. Вот. И есть менеджеры, которые занимаются, так сказать, его обслуживанием. Надо назначить Федотова, надо назначить Фадеева. То есть при необходимости, в зависимости от блюда, берут вилку, ложку, ножик или щипчики. Вот и вся история. Поэтому в этом смысле, понимаете, ведь что сейчас происходит? Давайте так. Да, власть ведет себя зачастую по-идиотски, говорят идиотские вещи, но сейчас мы наблюдаем триумфальное шествие путинизма по планете. Африка наш, Намибия наш, ЮАР наш, Сирия наш,
Значит, ну, Украина только единственное не дается. А так все, в принципе, достаточно серьезное, так сказать, влияние. И это благодаря тому, что у нас, к сожалению, так сказать, нет сопротивления. Мало кто понимает, что из себя представляет путинизм как самая серьезная угроза человечеству за те несколько десятков тысяч лет, что человечество существовало. Вот понимания этого нет, к сожалению, в мировой общественной элите, и даже в мировом общественном мнении тоже этого нет. Но это большая проблема. Поэтому вот идет триумфальное шествие путинизма по планете. Но какое же триумфальное шествие путинизма? Вы упомянули Африку, Игорь Александрович, но ведь это пугающе повторяет опыт Советского Союза. Мы тоже из Бакасы в Советском Союзе в десны целовались с этим людоедом и с прочими. Как только закончились деньги, они тут же забыли о существовании Советского Союза. Сейчас повторяется та же самая ситуация. Это вряд ли можно назвать триумфальным шествием. Или нет? Не совсем так, не совсем так. Принципиальная разница заключалась в том, что раньше мы этим людоедам пытались навязать социализм. Сейчас все просто. Никакого социализма мы не навязываем, мы просто покупаем. Покупаем, вот за 20 миллиардов долларов была куплена вся Африка. Африка приехала вся. В Африке, на африканском континенте существует 55 стран. Из них 54 были в Сочи, в гостях у Путина. Это была встреча Путин-Африка. Путин встречается с Африкой. И уже в тот же день наши ВКС высаживаются в Южноафриканской республике. Mm-hmm. Уже в тот же день наши эти самые наемники и военные советники высаживаются в Намибии. Известно, что сейчас, фактически под властью Путина находится Центральная Африканская Республика. Известно, что сейчас, фактически, Путин полностью контролирует ситуацию в Сирии, по крайней мере, в той мере, в какой он может ее контролировать, то есть договорился с Эрдоганом, заняли американские базы. То есть полностью тотальный контроль на самом деле. То есть это что, не триумфальное шествие? Известно, что сейчас только благодаря Путину удерживается диктаторский антиамериканский режим в Венесуэле. Только благодаря Путину вот этот левак, распространитель кокаина по планете, Моралес продолжает узурпацию своей власти на Боливии. Да? То есть это что, не триумфальное шествие? Это можно считать. Но я понятно, что это я же не, мы же сейчас не в академическом сообществе, мы все-таки с вами журналисты, я сейчас говорю как публицист. Да, можно использовать этот термин, триумфальное шествие путинизма по планете. Африка, да, действительно. Вы сказали ключевую фразу, когда деньги кончатся. Да, конечно, главный ресурс это деньги. Оборот с Африкой составляет 20 миллиардов долларов. Долг, который простил Путин Африке, составляет 20 миллиардов долларов. Да. Кубе, и что? Значит, просто купил всех оптом. Путин купил всю Африку оптом. Вот и вся история. Поэтому, да, это триумфальное шествие. А то, что когда деньги кончатся, он никому не будет нужен, это совершенно очевидно. Совершенно очевидно. Другой вопрос, что он успеет натворить за это время. Режимы и так не страдают сильной государственностью, прямо скажем. Без ложной политкорректности. Вот, поэтому я думаю, что эта метафора, путинизм, триумфальное шествие путинизма по планете, как разлагающая, как раковая опухоль, которая расползается по миру, мне кажется, она имеет право на существование, как минимум, как публицистическая метафора. Игорь Александрович, а вот давайте все-таки вернемся на нашу российскую действительность. Вот то, что происходит в России, это же сейчас реально какой-то кошмар. Но вот смотрите, вот в ШИЭС доставляется техника для устройства мусорки под охраной войск, по сути дела, Росгвардии ОМОН. В Ростовской области, вот недавней информации, была перестрелка из-за пастбищ для скота,
причем перестрелка была с использованием автоматического оружия. В Тобольском районе зафиксировано неизвестное заболевание, и среди жителей началась паника. Так вот, суть вопроса. Вот как вы считаете, означает ли это, что Россия сама вот по себе, она сейчас стоит на грани гражданской войны или, по крайней мере, социального взрыва? Ну, на самом деле Россия принципиально отличается от стран, где существует гражданское общество, где существуют институты, принципиально отличается тем, что в ней все всегда происходит внезапно. И совершенно никогда непонятно, какой толчок войдет в резонанс вот с этими, так сказать, ритмическими колебаниями исторической вот этой России, и все очередной раз взорвется, очередной раз рухнет. Это всегда бывает непредсказуемо абсолютно. Никто никогда не предсказывал ни один из катаклизмов российских, хотя, в общем, вроде задним числом уже все умные. Но сегодня я, например, не вижу никаких признаков социального взрыва, никаких признаков гражданской войны. Идет постепенное сползание России в экономическую пропасть, постепенное сползание. То есть это тот случай, когда лягушки вот эту вот воду нагревают постепенно. Если сразу, она выскочит, а если постепенно нагревается, то она сварится. И поэтому вот это вот постепенное сползание, оно, в общем, особенно неприятно, особенно опасно. Я не вижу, откровенно говоря, никаких ресурсов у сегодняшнего российского общества для сопротивления, для социального взрыва. Не вижу ресурсов даже для гражданской войны. Протесты есть. Ну, смотрите, вот московский протест был самый такой яркий, самый очевидный. Его очень аккуратно наполовину подавили, разогнали, наполовину слили. Где этот московский протест? Он купирован, он доведен до такого состояния, что он сейчас не представляет никакой опасности. То же самое и по стране. У оппозиции нет какого-то плана, нет единого центра, так сказать, нет стратегии, нет внятно изложенной программы, что делать дальше. Ну, кто-то говорит, что это опасно, потому что если такая программа появляется, то носители этой программы тут же уезжают на довольно длительные сроки. Вот, поэтому, но вот в этой ситуации надо сказать, что с моей точки зрения, вот сейчас, сию секунду, путинизму как режиму, как вот этому действительно фашистскому режиму постмодернистского толка, пока ничего особенного не угрожает. Я пока не вижу вот этой угрозы. Да, действительно, происходит насилие, административное, государственное насилие по отношению к людям, протестующим против захламления мусором своих городов, протестующие против навязывания каких-то диких совершенно представителей во власть, зажимания свободы слова, людей сажают за твиты, за реплики в Твиттере. Ну, вот эти протесты есть. Ну, вот я с большей или меньшей регулярности прихожу к Соловецкому камню стоять в пикете. Это что? Это социальный взрыв? Нет, вот отдельные несколько человек вместе со мной приходят, стоят в пикете, протестуют против продолжения практики ГУЛАГа. Потому что эта практика продолжается. Не в таком виде, конечно. ГУЛАГ не является экономическим фактором, не является, так сказать, фактором очень массовым, но он продолжается. Вот мы протестуем. И что? Но это в максимальной степени это делается для себя. Я прекрасно понимаю, что режим не рухнет из-за того, что я выйду в пикет стоять с фотографией там Варлама Шаламова и своего деда, который почти 20 лет провел в ГУЛАГе. От этого режим не изменится. Но я это делаю для себя, потому что иначе мне трудно смотреться в зеркало, бриться по утрам, зубы чистить. Ну хорошо, но с другой стороны, я вот наблюдаю сейчас и по комментариям, и по репликам, что в обществе нарастает озлобленность, которая, кстати говоря, подстегивается кремлевской пропагандой. Правильно ли я вас понял, что это может выплеснуться в любой момент и по любому поводу? Ну, опять-таки, вне всякого сомнения, какая-то озлобленность присутствует. Но здесь есть две вещи. Во-первых, все-таки,
пока еще некоторая подушка. Ну, прямо скажем, в общем-то, да, примерно 20% населения России, их состояние материально оценивается как нищета. Но массового голода пока нет. В крупных городах все-таки люди не голодают. Уровень и возможности выживать пока сохраняются. Поэтому сказать, что вот людей поставили на грань выживания, так говорить нельзя. Еще раз, я не вижу сейчас, каким образом вот эта озлобленность. На самом деле там ведь очень-очень важный процесс произошел. За последнее время у Путина не осталось рейтинга совсем. То есть рейтинга доверия Путина сейчас просто нет. Его не существует. Людей, которые вот сегодня, как там в начале путинизма говорили, что да, молодец, здорово, замочил всех в сортире, поднял с колен. Таких людей очень-очень мало. В основном по долгу службы такие вещи говорятся. Но при этом вот конвертировать вот это недовольство, вот это недоверие, конвертировать в какой-то массовый протест пока не удается. Прежде всего, потому что люди не понимают, а, собственно говоря, за кого и за что идти, за кого выходить. Вот за что конкретно выходить? За Навального? Ну да, можно выйти, молодежь выходит потусить, да, это правильно. Ну, это благородные мотивы движут этими людьми, которые выходят с протестом против там несправедливых выборов, против незаконного обогащения людей. Но это совершенно не та мотивация, которая может свергнуть режим. А вот вы упомянули Навального, Игорь Александрович. Вот тогда у меня вопрос, что называется, в лоб. Сейчас активно, и в том числе и в оппозиционных кругах, муссируется точка зрения, что он якобы агент Кремля и так далее. А вот с вашей точки зрения, Навальный является агентом Кремля или нет? Юрий, я думаю, что вы неоднократно в свой адрес получали утверждение, что вы агент Кремля. Ну а Цюрли, да. Ну а как же? Причем здесь надо выбирать. Значит, одновременно, иногда из одних и тех же источников, получается, мы получаем информацию и заявление о том, что мы одновременно агент Кремля или агент Госдепа. Значит, есть вот такой. Меня регулярно в этом обвиняют, причем аргументы бывают такие, значит, почему вас до сих пор не убили? Вот вы выходите, да, но это вот такой упрек, на который мне довольно сложно возразить, потому что, ну да, действительно, я же не буду спорить, не буду же говорить, что меня убили, или там изображать убийство для того, чтобы понравится кому-то, самоубийство, чтобы понравиться кому-то. Почему не убили? Почему посадили? Значит, вот во время этих протестов меня там потащили в ту самую в каталажку, значит, потом я предъявил журналистское удостоверение, довольно жестко поговорил с этим полковником, и меня вернули к исполнению моих служебных обязанностей. Тоже появилась, так сказать, гипотеза о том, что я там предъявил какой-то секретный документ, по которому меня освободили. То есть на самом деле вот эти конспирологические все версии, и я это то же самое можно сказать и там про Каспарова, почему его выпустили из страны, и про Явлинского, и про Навального, там про всех. Ну вот про Немцова сейчас уже так не говорят, потому что, так сказать, ну вот у него есть очень серьезный аргумент в количестве нескольких пуль в его теле. И то, наверное, есть люди, которые говорят, ну вот, что тем не менее. Понимаете, для того, чтобы обвинять человека в том, что он является агентом там, ФСБ или агентом Кремля, для этого нужны доказательства. Ну, просто доказательства. Все остальное, это, значит, в качестве доказательств используется обычно то, что почему его до сих пор не посадили надолго. Да, да, ну, да, 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 да. Ну да, да, вот это вот выдвигается аргумент. Ну так и меня тоже не посадили надолго, и вы тоже на свободе, да?
Вот поэтому здесь сказать, что это вот является таким бронебойным аргументом, довольно сложно. Ну и еще одно обстоятельство. Дело в том, что да, действительно, я абсолютно убежден в том, что какие-то люди во власти, я не исключаю, что какие-то люди в силовых структурах, потому что Навальный действительно является, ну, сегодня достаточно, ну, единственный, по сути дела, человек, который может вывести отлично от нуля количество людей на улице. Это правда. Никто другой этого сделать не может. Поэтому, конечно... Прошу прощения, у нас появился звонок, если вы не возражаете. Да. Нет, я последнюю я фразу просто закончу. Значит, поэтому вот, безусловно, конечно, кто-то пытается с ним его использовать. Кто-то пытается натравить его на своих оппонентов. Это наверняка есть. То есть то, что Кремль пытается использовать оппозиционеров в своих интересах, 100%. Гарантированно. В этом сомнений нет. Что касается агента Кремля, доказать надо. Фактура. Нужна фактура. У меня ее нет. Согласен. Давайте примем звонок. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Ну вообще, о нем бы это война Херальда, да? Дальше. Насчет виска, там помните, что Израиль создал Сталин. Все это знают. Но об этом не говорят. Дальше. Почему Россия до сих пор не вернула границы в размерах до Первой мировой войны? Сколько можно это терпеть? Когда прекратится бордель и не будет уничтожена НАТО прямо под вонючим носом? Точно так же, как начнут бомбить своих этих в Литве, Польше, там, еще что-то, Параша. Что делать с Украиной? Если они уже продают свое говно... Понятно. Я очень прелестный благодарен вопрос. За этот звонок. Вот вы все говорили, Юрий, что на какую аудиторию рассчитывает Пожигайло? Вот вам, пожалуйста, вот эта аудитория. Все. Ну. Вы просили эту аудиторию, которая... Получили. Да, вы хотели аудиторию, на которую рассчитывает Пожигайло и все остальные. Вот вам, пожалуйста, она вам предъявлена. Израиль создал Сталин. Ну. Вот мои представления о том, что такое Израиль. Израиль создал еврейский народ как результат нескольких тысячелетий своей упорной борьбы. Значит, на следующий год в Иерусалиме, да, вот, ну, человек несет бред абсолютный, да, восстановление России в период довоенной, а Британскую империю не надо восстанавливать. Просто сезонное обострение, он у нас в сезон, он обязательно звонит и высказывает свои умные. Нет, Анатолий, это правильно. Я полностью согласен с Игорем Александровичем, что действительно Игорь Александрович меня ткнул носом, типа того, что все желания должны исполняться. Типа, Юр, ты хотел получить аудиторию, ну на, вот тебе, ешь ее с кашей. Вот самое так, что спасибо. Я прошу прощения, самое главное, что на самом деле это свободный микрофон, свободная дискуссия, так что все нормально. Вот такая аудитория, я думаю, что все очень правильно, все очень наглядно, можно сказать. Наглядное пособие сейчас было продемонстрировано в эфире. Тоже имеет место быть. Но, Игорь Александрович, тогда вот в связи с этим замечательным звонком у меня к вам вот ведь какой вопрос. Это ведь звонил человек из Соединенных Штатов. Вот на ваш взгляд, вот если мы сейчас попробуем плюс-минус два лаптя по карте оценить процент таких людей, как бы вы их оценили? Вы знаете, вот я все-таки, основная моя специальность журналист, я, да, 40 лет занимаюсь лишним журналистикой, но и 40 лет занимаюсь социологией, поэтому я привык все-таки... До того, как не проведу серьезные исследования, я привык не высказывать вот таких оценочных суждений. Я не знаю. Я думаю, что вот мнения, подобные тому, которое высказал наш уважаемый радиослушатель, они существуют. Я не думаю, что они, так сказать, существуют как доминирующие. Я так не думаю. Но они есть, и они просто более активны.
Ну, вот было сказано, произнесены слова «осеннее обострение», да, и это проблема круглогодичного обострения. Просто такие люди, они более активно высказываются. Мы знаем, что они в социальных сетях очень активны. Они постоянно, причем если нормальный человек, он что-то скажет и ну, получит возражение, получит ответ, успокоится, то вот подобного рода люди, они не успокаиваются, они продолжают троллить, они настаивают, они часто пишут, поэтому кажется, что их много. Я не думаю, что подобного рода настроения доминируют как в Соединенных Штатах, среди русскоязычной общины в Соединенных Штатах Америки, так и в России. Я думаю, что это все-таки достаточно небольшая маргинальная часть. Да, но вот смотрите, есть точка зрения и такая, что определенной категории людей правда, истина им не нужна. Они живут в каком-то вот своем коконе, в каком-то своем виртуальном мире, и любой аргумент они будут обращать для того, чтобы продолжать жить в своем виртуальном мире. А если это бронебойный аргумент, который противоречит их воззрениям, они скажут, вы лжете, вы врете. Вот ну, простой вам пример, вот с тем же самым так называемым договором о нерасширении НАТО. Ну, уже всем разумным людям ясно, но не было, даже устной договоренности не было. Более того, в уставе Североатлантического договора написано, что устные договоренности – это ни о чем. Устные высказывания – ни о чем. Только подписанные документы. Нет, эти люди продолжают говорить о том, что злая НАТО обманула добрый Советский Союз и начала расширяться на восток. Вот ведь что получается? Вы согласны с этим или нет? Слушайте, ну это предмет моих специальных исследований. Здесь я могу себя считать так более-менее профессионалом, потому что я как раз изучаю возникновение вот этих вот мифов. Да, я их прослеживаю, я анализирую. Вот есть знаменитый миф о том, что там Мадлен Олбрайт заявила, что значит, Сибирь – это достояние человечества, и несправедливо то, что Россия владеет Сибирью, и поэтому Сибирь надо отнять у России. Да? Значит, выяснилось, откуда ноги. Эта байка, она постоянно гуляет в устах самых разных людей, в телевизоре постоянно высказывается людьми. Это очень простая история, довольно быстро проясняется, кто первый сказал «мяу». Это был такой замечательный генерал в администрации президента у Путина по фамилии Рогозин, который, значит, был экстрасенсом. Вот, он обладал способностью, вот матушка Телегония, она верит в то, что там в особенности женского организма удивительные. А Игорь Александрович, Рогозин... осторожнее, нас слушают дамы. Да, да, да. Нет, я... так сказать, слежу за речью. Вот. А генерал Рогозин, он обладал способностью проникать в сознание людей. Вот он проник в сознание Мадлен Олбрайт и выяснил, что Мадлен Олбрайт думает, что вот Россия несправедливо владеет Сибирью. И она думает, что ее надо отнять. То есть он проник в мысли ее и обнародовал содержание мыслей вот этой дамы. Ну, вот, собственно говоря, и все. Вот примерно таким же образом вот они производят вот подобного рода мифы, байки. Может быть, кто-то проник в сознание, так сказать, там, Шеварнадзе или еще кого-то и выяснил, что Шеварнадзе думал о том, что не надо расширять НАТО. Ну и вот эти вот мысли он материализовал. Ну, помните эту историю с материализацией мыслей там. Да, то есть это из этой серии. Что-то объяснять этим людям бесполезно, и ну, надо признать это существование вот таких людей, примириться с этим, тут ничего не поделать. А тогда в заключение у меня вот какой вопрос. Вот мне недавно моя зрительница задала такой вопрос, что а вот нет ли смысла в том, чтобы создавать какие-то реабилитационные центры для людей, вот, которые оказались жертвами вот этой пропаганды, что по принципу, ну я не знаю, если угодно, анонимные алкоголики, а это анонимные зомбаки, может быть, действительно вот имеет смысл? И это возможно ли?
Поскольку у нас, я так понимаю, время кончается, я буду очень краток. Значит, пункт первый. Я так не считаю. Вот здесь очень опасно создавать какие-то прецеденты чего-то вроде карательной психиатрии. Значит, этот опыт у нас в России сегодня возрождается, и не дай бог его еще своими усилиями актуализировать. Значит, я думаю, что при лечении этой болезни в двух направлениях должно быть. Первое. Это должна быть уничтожена вот эта вот система информационных войск России. Она должна быть уничтожена. Уничтожение — это не значит, что надо уничтожить физически. Не дай бог, с людьми надо по-другому. Там есть люди, которые совершили преступления, их надо судить, как судили Юлиуса Штрейхера, например. Это отдельная история. Значит, это вот Соловьев, Киселев, там, Маргарита Симоньян, этих людей надо судить. Это все понятно, это преступники. Они нарушили огромное количество законов, как российских, так и международных. Это, и вся эта машина должна быть уничтожена. Уничтожено — это значит, что должно быть создано общественное телевидение, ликвидировано государство, ну, в общем, целый ряд известных гигиенических мер. И вторая штука — это должна быть депутинизация России. Вот как в Германии, десталинизация, депутинизация. Как в Германии водили школьников в концлагеря, в Дахау, в Освенцим, как уроки показывали, что творит. Так и здесь надо водить в эти в музеи сталинизма, возить на Колыму экскурсии совершать и показывать, что натворил Путин в частности. То есть демонстрировать, создать музей путинизма, музей преступлений путинизма. Ну, это после международного трибунала по путинизму. Надо это сделать, и тогда все будет нормально. Лет 10-15, и все будет хорошо, страна выздоровеет. Но главное, чтобы страна перестала быть империей, чтобы она в третий раз, вот попытка ликвидировать империю, закончилась успешно. Потому что Россия в этих границах, в которых она сейчас находится, она, конечно, будет воспроизводиться как империя. Это, к сожалению, неизбежно. Вот все, что надо сделать. Игорь Александрович, спасибо вам огромное за потрясающую беседу, за истинное удовольствие от общения с вами. Спасибо вам огромное, Анатолий, за помощь в проведении эфира. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваше внимание. Особая благодарность нашему замечательному автору звонка. Это был просто шедевр, вы только подтвердили нашу точку зрения. Но, дорогие друзья, я всегда напоминаю о главном. Выводы делать только вам. До встречи, друзья!